Пчелова тихонько. Не, мы в этот раз стараться будем. Пчелова, стараемся, Пчелова. Блин, может вот здесь перехода стартанем, как люди нормальные. Да, 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 едем, едем. В общем, четверги в этом году преступно, преступно хороши. Народу много, маршруты интересные. Иногда попадаем в передряги, получаем тяжелые травмы, но мы уже запретили разъебываться на рельсах и въебываться в такси в правилах, так что все хорошо. Самое главное – это грамотная организация. Пристроимся к вот этому страдающему фиксеру. Ничего. Здрасте, здрасте. Так, 60 секунд красного. Надеюсь, этого хватит, чтобы меня сбрую поправить. Куда вы машете? Так. Это утягиваем сюда. Это утягиваем сюда. Блять. Они на красном проебашили. Да не, она зеленая. Откуда зеленый 60 секунд-то было? Блин, а там точно не тупик? Я что-то скептически настроен насчет этого поворота. Да, это тупик. Ну так вот, в этом году как-то очень много участников. Понятия не имею, к чему бы это. Может быть, потому что все остальные мероприятия сдулись. Ну а четверг — это мероприятие, в котором устав, соответственно, и вся организация записана в названии. Потому что четверг, потому что это заезд по четвергам. Даже если какой-нибудь организатор умрет, ты все равно можешь приехать на четверг, потому что это просто заезд в четверг. Вот. Поэтому, господа фиксеры, прошу не совершать ошибку и не называть свой новый клуб друзьяшек, там какой-нибудь, блин, стрит-хуесосинг-клаб или еще что-то. Потому что отдельным людям гонять на велике, может, надоест и надоедает, как правило, быстро. А вот организации могут жить годами. При этом у них будут меняться участники, меняться организаторы. У четвергов это уже третий, насколько я понимаю, был Филипп, потом Харитон. При нем были не самые лучшие времена, но все же он вытягивал. Вот, теперь Ильич.
который водит кого попало. По четвергам, а на выходных ебашит 400 километров, блять, за один день. Ебанутое создание. Вот. Четверг переживет всех нас, вот просто потому, что он четверг. Блин, какой интересный маршрут. Все как обычно, только не так, как все привыкли. Посередине кого? Обоих. Кого обоих? Нас тут 40 человек на дороге. Кстати, большой толпы на лесной я не помню. Зашугали таксиста. Кстати, это наш доктор. Правда, зубной? Как человек медицины, сегодня он перед заездом наебенился до Анипольсли. Видите, наебенился, я выпил всего две банки. Окей, пива. Окей. Блять, я не наебе. Окей. Если бы я их штук 8 выпил, тогда наебенился. Окей. Okay. Это так, просто, по хорошему настроению. Ну ты как человек медицины можешь подтвердить, что это грамотная практика? Я думаю, да, для хорошего настроения и лучшего крушения педали, пару банок пива перед заездом. Uh-huh. В общем, рекомендую. Вот. Для повышения человости? Да. Ну или наоборот? Нет, именно для человости. Окей. На меня обычно наоборот действует. Конечно. Может, хорошо. Не. А, так? Да, порежу потом. А? Когда прямой эфир, у меня белая камера. Учту. Не, здесь слабое эхо что-то. Под мостом, на Яузе намного лучше это все. Блин, я здесь вообще не помню толпы. Хотлайном снимал два штуки. А чтоб толпы не помню. Здорово. Сколько атмосфера сегодня? Сколько атмосфера сегодня? Колеса? 4. 4. Нормально. Может, чуть меньше подкачивать. Жалуются на недостаток чуловости. Вот молодой человек на МТБ прекрасно едет. Все чулово. Средняя 25 и меньше, как обещали. Ну, кстати, все посносили нахуй. Теперь очень пусто, непривычно здесь видеть небо. Все такое. Сейчас вообще что-то за промышленные кварталы принялись. Вот эти все кирпичные, блядь, заводы
снесли вот прям одним разом. Мою бывшую работу снесли. Ой, здрасте. Это, блядь, было опасно, потому что непонятно, что было, что там справа. За автобусом. Давайте кого-нибудь догоним. Там кричат, стой! Ну что, едем снова, да? Ну, на следующем перекрестке подождем, там красные будут. Чувалось. Ой, блядь, что за хуйня? Вы чё творите, эй? Я не знаю, что они делают, они долбоёбы. Ой, блядь. Сука, где эти ёбаные туклипсы? Это, наверное, называется Великая Китайская Стена. Один из самых уебищных артефактов лужковской эпохи, я думаю. Еще один зашуганный таксист. Я думаю, шнурку хана. Кстати, а знаете, кого нету сегодня? А нет сегодня Харитона, потому что он проебал, блядь, зарядку своей электрохуйни. Вот так вот. Ну, это не самое плохое, что могло случиться. Но в этом планетарка взорваться, я не знаю. Убила бы осколками.
встали? Или нет? Нет, мы встали, мы встали, мы встали. Мы встали. Нет, мы встали. Опять красный. Ну что ж такое? Вот, видите, исправляемся, уже на красных стоим. Вообще, вот. Просто нефиг было меня ведущим ставить в прошлый раз. Даже неинтересно. Позапрошлый. Оп-оп-оп, джип встал, блядь. Нихуя ты напердел, блядь. Пыжо. Так, блядь. Опять продвинутые логистические схемы. Ой-ой-ой! Осторожно! Я, если что, этим двухколесным, а не бабуля. Бабуля-то что? Главное, что не бегает. Оу! Так, мы едем на зеленый, все нормально. Если меня собьют, то я буду прав. О, чашка, это ты? Привет. Чуть думаю, куча телок, чашки нет. Окей. На случай, если кто-нибудь спросит, что такое ЧЧ. ЧЧ stands for чашка. О, еще один пешеход. Да ты ж мой маленький, блин. Ну,
Сегодня установка у Магнолии по-богатому. Так. Эй. Так, мусорскую тачку там никто не въебался? А, нет. Странно. Ну, там так, там такое противостояние, мне кажется, никто никого не пропустил. А? А. Длинная выдержка и хорошая стабилизация. Длинная выдержка позволяет вот эти все вот пиздюлинки, которые, блядь, на асфальте, которые нахуй не нужны, их всех размазывать. Это становится однотонным цветом. У меня вечно в комментариях все говорят: ах, какой шикарный у вас, блин, это самое, в Москве асфальт вообще ровненький. И дело в том, что я все вот эти вот, блядь, эти самые хуёвины, их у меня смазывает за счет скорости. Это экспозиция или что это? Да, да, да. Это все равно обычный асфальт, блядь. Да, 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 да. Провинции находится. Ну, у меня есть шутка про то, что это самое. Как отличить, где снято видео? Если есть пешеходы на переходах, то это Питер. Если нет переходов, это Москва. Если нет асфальта, это любой другой город. Так, после принятия небольшого количества допинга надо быть чуть аккуратнее. Блин, что-то педальки как-то легко держишь, крутится. Да, сила, сила. Йоу, шлагбаум! Так, мы, походу, все сходили в магазин на ебельный, если никто никого не ждет. Чё, накупались уже? Да, да, мы же домой, блядь. Всё, поехали пиво пить. Обратно, обратно.
Так, извините. Блин, вы уверены, что туда? Давай позырь. Потому что в прошлый раз я вроде не туда ехал. Правильно. Есть у кого трафик? Или можно здесь подождать, пока вы вернетесь? Пошли, пошли, все посмотрите. Забрали. Блин, здесь песочек. Да. Блин, я на этом песке ноги себе переломаю. Не, ну если у кого-то есть развлечения повеселее, то предлагайте. Ну, самокаты, цивилизация. Так, куда они делись? Налево или направо? Твою мать. Направо. Мы приехали на болото. Продолжай крутить. Нет. Красивая. Это фэтбайковый. Я так просто не сдамся. Блять, сдался. Циклокросс! 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 Циклокросс!
Не, что-то мне не нравится циклокросс. Что? А, стоп, так я тут был, кажется. Где прокололся? Я что-то выбираю. Обожаю. Пойдем, можно вел платить. Красиво. Давай, пацаны, погнали! Только не видно ничего. Да. Сейчас. Не видно? Тебя? Видно будет, да? Ну, давайте я чуть поверну вот так. Вот так, наверное, да. Мы всей толпой приедем, тебе пизди дадим. И кому это обращено? Это Саню. А. По умолчанию все, Саня, да? Не спрашивайте меня, пожалуйста, кто такой Саня, это сложно объяснить, это такое полуэфемерное, полуабстрактное понятие. Так, ну традиционно по дороге обратно человось падает, так что я думаю, есть смысл немножко поднажать. А вон они. Да, поехали, догоним. Пердун, блять. Реактивная чашка.
Блядь, я сейчас сдохну. Что за, блядь, эффективные маневры? Опять не там свернули. Здесь точно кого-нибудь убьется. Давай, крути педальки, здесь же легко. Блядь, там мостовая. Надо сразу на тротуар, в рот ебал. Там красный. Слева выезжает, справа выезжает. Слева нету, справа нету, слева нету, справа нету. Кого-то напугали. Пешехода. Я выехал прямо на мостовую. Только не говорите мне, что не входите во вкус. Ага. Что ты живой? А, что я догнал? Блять, пиздец! Чего у вас в говне? Ой, уютные московские улочки. Так. Здесь? Ну, теперь можно, наверное. Да. Чуть-чуть отстали. Я не знаю эту песню. Да выйди, посты мне, сука, тут! О, смена растет. Подумаешь, встречка. Чё, постоять нельзя?
поточник, блядь! Такси, это опасно! Ай, блядь! Здрасте. Ну нахера ты это сказал? Ну ты же встанешь, я же тебе ебало набью. Ну у тебя есть стратегическое мышление или нет, а? Это соседи, блядь! Йоу-йоу! Что такое? Отлично, в самый раз. В самый раз. Блин, я не накатался, давайте еще чуть-чуть. Классно было. Жопа пиво нагрел. А? Я говорю, пиво жопой нагрел. Раскаленное. Домой.
Ты наконец-то добралась до четверга? Да. В этом году? Просто заблудилась. Зря в этом году они что-то преступно шикарные. Да, блин, я устала. От чего? От велика? Да, не знаю. Нет, просто, блин, как-то по фану больше хочется. А я устал. А, ты в смысле, что четверги недостаточно человые, что ли? Да нет, даже не в этом. Не знаю. Людей много. Много? В этом плане. Ну, блин. Типа, из старых никого. А, так... Ну, вот тебя только не знаю, и все. Ты сейчас всю мою жизнь пересказала, как бы. Вы каждый год новые, да, да. Приходят очередные, модные, молодые, через год хуяк, нихуя уже никого нету. За стиль тебя затирали, за всякую фигню вот эту. Вот. И все начинается сначала, никто не знает правил, все тебя подрезают, едет как хотят. Да нормально это. Не, ну сейчас нормально. Но некоторое количество брейкласа все-таки приходится ловить своей жопой. Вот. Это немножко напрягает, но не так, чтобы сильно. Не, ну в этом году как-то совсем резко все сдулось, потому что это... Что-то случилось, и все теперь в ближнем зарубежье. Местным за стиль затирают.